Сразу 4 населенных пункта в сирийской провинции Эль-Кунейтра подписали соглашение о прекращении огня. Это всего лишь за одни сутки. Как сообщается в информационном бюллетене российского Минобороны, в общем списке уже 183 местные администрации в разных районах страны. При этом на всей территории Арабской Республики еще как минимум 2 дня будет действовать специальный режим тишины, введенный в поддержку договоренности о перемирии. Воспрепятствовать его соблюдению пытаются группировки ИГИЛ и Джибхат ан-Нусра, запрещенные во многих странах, включая Россию. Так они вновь обстреляли жилые кварталы Алеппо из минометов и ракетных систем залпового огня. Атаки подвергся и ряд селений в провинциях Дамаска и Латакия.